Дивидендный доход. Откуда он будет, как он будет распределяться? Выплаты по дивидендному доходу декларируются через 3 месяца после получения токенов. То есть мы декларируем, что через 3 месяца после получения токенов, когда человеку отписалось, он получил токены криптоюнита или обязательства токены в том числе, да, потому что вначале это будет обязательство на токены с 5 по 10 число каждого месяца. То есть мы планируем. То есть, ну, к примеру, вот в апреле человек проинвестировал, да, стал держателем токенов или обязательства получил на то, что он держатель токенов. Считаем, в мае, июнь, июль, в августе уже он получит первые свои дивидендные доходы. Естественно, в начале дивидендные доходы будут не очень большие, потому что, ну, вы сейчас увидите примерно, как распределяться будут средства, куда будут идти и какие доходы. И достаточно высокие дивидендные доходы будут уже через 6, 12, 24 месяца. А так как те люди, которые вначале имели возможность на льготных условиях стать держателями токенов с большим количеством за меньшие деньги, то, естественно, чем больше у тебя токенов, тем больше в будущем будешь получать дивидендный доход, потому что они будут делиться. Вот получили мы прибыль, 25% или 20% решили, что это путем голосования мы опять же будем делать, ребят. Вот почему 5-25, кто будет решать? Мы будем голосовать. Мы сказали, вот такая прибыль, давайте смотрим, вот если такая прибыль, делим на все держателей токенов, значит на один токен, я покажу пример, такая прибыль. Если нет, значит такая. Естественно, когда программа полностью будет выполнена и все активы будут проинвестированы, и мы, допустим, уже понимаем, что ну, расти уже куда мы и так много получаем, то эти 5-25% будут уменьшены, опять же, путем голосования, может, мы все 100% будем распределять на выплату дивидендного дохода. Второе. На дивидендный доход будет гарантированно выделяться от 5 до 25% на вписанные токены от чистой прибыли от приобретенных активов. Процент будет обозначаться через голосование среди всех держателей токенов путем открытого голосования, то, что я сказал. А очень важный фактор. Голосующих должно быть более 70%. Голосующими могут быть только держатели токенов, криптоюнитов. Один голос закрепляется за одним голосующим. Третье. Аудит выполнен. Выполнение декларативных заявлений осуществляется независимой аудиторской компанией, которая тоже будет выбрана путем голосования.